Возможно. Между прочим, 2 литра. Это не вам не 2,5 турбо и задний привод. Машина гребет всеми четырьмя. Но как она это делает? Это просто супер, блин. Это обыкновенный 2-литровый двигатель на полном приводе. Сейчас я вам скажу, что в ту бытность машины работали, и мысль была раскрутить 3 и 3,6. Так вот, 3 и 6 также раскручивает вашу Legacy, но на асфальте. Вот такой вот крутой автомобиль Subaru с 2-литровым двигателем. Ну а теперь вопрос Максу. Он у нас добрый полицейский, я-то злой. У него, как у доброго полицейского, один квадрик навернулся. Да, блокировка дифференциала задним мостом, она дает о себе знать. Ну и на Subaru можно вытворять все, что угодно. Ну вот так легко и просто мы крутимся на 2 литрах, да еще и на механке. Конечно, понимая наших типа спецов, типа ремонтирующих автомат, типа барам, механка проще. Пам-пам, парам-парам, парам-пам-пам, парам-парам, парам-пам, па-па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-пам. Ну вот, наверное, танцоры, которые танцуют вальс, они устают-то меньше. Первый вопрос, то другой. Купить машину в Америке для нас сегодня и сейчас полный геморрой. Но пункт А, это не 1997 год. Тогда Таурусы стоили 17 тысяч долларов. Сегодня 50 тысяч. Теперь вопрос. Америка любила дешевое топливо, и движки имения 3 и 6 сейчас не в моде. Перечислим, и раз там можете привезти, авто сейчас просто нереальное. Реальнее купить все здесь. Конечно, это без понтов, но купить сию машину можно за 700 тысяч рублей здесь, в Магнитогорске. Но за такую сумму я себе могу позволить нормальный G-класс от Мерседеса.